Для гостей музея выступили Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной и приглашенные артисты. Людмила Зыкина – легендарная исполнительница русских народных и эстрадных песен. В свое время она объехала с концертами весь Советский Союз и огромное количество стран. В 1977 году Людмила Зыкина создала ансамбль «Россия». Музыкальное крещение ансамбля состоялось в одном из самых престижных концертных залов мира – американском Карнеги-Холле, где коллектив дал более 40 концертов. На фестивале звучали песни, некогда исполненные народной артисткой, а также другие песни о России. Я лечу над Россией, словно в сказочном сне. И дубы новые машут кронами мне. Концерт пришелся по вкусу всем гостям музея. Его посетили более 200 человек. Завершением фестиваля стало совместное исполнение легендарной песни Людмилы Зыкиной «Течет река Волга». Течет река Волга.